Привет, девчонки! Ну что, вы готовы вот к такому заказику посмотреть все покупки, которые я сделала? Это все продукция Mary Kay. Мне она пришла первый, самый первый раз в жизни. Никогда этой косметикой ранее не пользовалась и хочу рассказать свое впечатление о посылочке. Сначала будет просто обзор того, что мне пришло, а уже через недельки три я расскажу, как все это действует, как мне это нравится или же нет. Ну и так, начнем. Мне пришло три огромнейших коробки, в которых все это было вложено, тем более, что я решила сразу заказывать 40% скидкой, то есть стать консультантом, зарегистрироваться. Не обязательно это будет на продажу, возможно, это все будет для меня. Ну, я так как бы первый раз заказала все для себя. Вот, а там уже посмотрим, буду ли я заниматься. С чего все это началось? Началось все с того, что я купила, ну, без скидки сначала, вот такую помаду блеск. Она потрясающая. Ой, не передает камера, к сожалению, блеска всего. Ну, в общем, это бальзам для губ цветной. Вот смотрите, как он классненький. Вообще потрясающий. Стоит достаточно дешево, увлажняет отлично. И купила я вот какой же, вот этот карандашик, наверное. Вру, не этот, вот этот рыжик. Тоже он, ай, как бы сводчик сделать. К сожалению, так плохо передает. У меня я на телефон все снимаю, не могу собраться, разобраться с фотоаппаратом. У меня хороший фотоаппарат, но не могу собраться как-то все сделать с ним, все кнопочки, инструкции, все посмотреть, прочитать, настроить и, в общем-то, снимать нормальное видео. Ну ладно, пока сделаем так. Потому что пока на впечатлениях, вся на эмоциях. Так вот, купила я вот такие две штучки. Штучки, бальзамчик и карандаш для губ Каял. И я так была довольна, я была просто в восторге. В Инстаграме я свои фотки, отзывы все писала, как раз покупала перед поездкой в Питер. Я была в дичайшем восторге и сразу же подписалась и всего себе навыбирала. Выбрала я себе вот такой карандашик еще. Так, такой карандашик он. Ну, на фотографии он был немножко другой, вот, в каталоге. Но вот он пришел, блестючечка такая. И очень хотелось мне оранжевый, вот прям блеск оранжевый. Вот тут вот. Жалко. Ай, фиг откроешь, девочки. Это нечто вот такое еще. Бальзамчик, рыженький. Буду сегодня все пробовать, все тестировать. У меня сегодня муж приезжает. Муж у меня учится сейчас в Ярославле. Я его вижу раз в неделю. Он приедет, и чувствую, мне даже будет не до мужа. Я буду заниматься косметикой. Да, кисулечка, мила? Вот, в общем, я не знаю даже, с чего начать. Мне пришли вот этот, значит, помада пришла мне, карандашик, щеточка для лица. Вот смотрела я у бьюти-блогера, все заказывают щеточки крутые для лица, Клиник, еще какие-то фирмы. Вот я решила Мэри Кэ, она стоит 2500, то есть достаточно дешево, потому что все заказывают за 5, за 7 тысяч, цены неимоверные. Буду пробовать, тут для нее две вот насадочки, батареечки для первого раза, все тут есть. Вот, киса у меня, кстати, у кисы, все спрашиваете, вот такой ошейничек красивый, такой блестючий-блестючий у моего Максимочки. Максимочку я решила назвать даже не Максим, а Дик. Он у меня какой-то дикий, такой кусачий. Ой, упрыгнул. Вот. Он на меня прям набрасывается, поэтому хочется его Диком называть, а не Максиком. Ну да ладно. Вот, заказала я праймеры. Вот такие праймеры для глаз. Я пользуюсь обычно, ну, различными фирмами, в основном Литуаль, конечно, мне нравится. И немножечко еще, какой же у меня последний раз, Мейбелин, по-моему, был. Тут решила заказать, вот заказала три штучки, то есть себе один и две подружкам. Блеск такой мне, ладно, про подарки позже, сначала расскажу, что заказала. Итак, значит, заказала я один карандашик, одну помаду, щеточку. Заказала я вот такие духи, я предварительно все пробники понюхала. Ой, они потрясающие, Эмбилара. Девочки, я не знаю, я, наверное, с вам хочу как-то снять видео про духи, потому что у меня их огромное количество. Я все покупаю, покупаю, не могу насытиться. Ну вот все, следующее видео, я думаю, будет про духи все-таки. И вот Билара мне очень-очень понравились. Причем они стойкие, в пробнике я пробовала. Блин, тавтология, да, масло масляное или плеоназм. В общем, пробовала я
Тестировала я пробничек Белара, очень понравился, очень стойкий, очень классный. Поэтому приобрела я уже большую версию 50 миллилитров. Обошлась она мне, ну, вообще было там, по-моему, 1500, 1550, ну, с 40% скидкой, посчитайте сами, я в математике не особо. Вот, заказала я вот такие тени. Вот тени, сводчики себе потом покажу. Они такие блестючечки, красотулечки. Вот такие еще для Smokey Eyes. Вот, заказала я, даже я не помню, что заказала. По-моему, вот какая-то вот баночка была вот из этих трех, не знаю какая, очищалка для проблемной кожи для лица. То есть это, ну, вот какую-то из этих трех очищалочку я буду наносить на щеточку и с утра массировать личико, да, как вместо скрабика. Так, что еще я заказала? Вот даже не помню. Девочки, по-моему, это все, что я заказала. Потому что остальное были подарки. Так, как бы определить. В общем, три праймера, щеточка, помада, карандашик, двое тенюшечек и какая-то умывалочка. Вот подарки. Что мне пришло? Мне пришли вот такие кисточки для туши. То есть, чтобы, ну, тестировать тушь, девочкам показывать, какая она. Сама же тушь мне пришла черная, еще не знаю какая. Но в каталогах туши стоят по 650, там 700 с чем-то рублей. Такая тушь пришла в подарок. Вот такой блеск для губ. Не мой, конечно, вообще, но, в принципе, он практически телесного цвета. Ну, не телесного, но нюдовый такой оттеночек. Я думаю, нормально будет. Попробуем. Хотя я люблю розовые, рыженькие. Мне пришли вот такие штучки, я так понимаю, это кисти. Ну, не кисти, не спонжики даже. Ну, в общем, такие штукенцы, чтобы пробовать блески для губ помады. Одноразовые штучки. Мне пришел вот такой значочек Mary Kay. Вот я его на сумочку как-то нацеплю. Сумочка тоже в подарок пришла, сейчас я тоже покажу. Так, в подарок мне пришел вот такой набор для ручек. Тут три средства, значит, это скрабик, так я понимаю, средство до, средство после. Потом мне пришли вот какие-то два средства, еще даже не читала, что такое. Что-то одно там с блестками было, посмотрим. Куча пробников вот таких мне пришла. Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12 пробников. Тоже еще не смотрела, чего именно. Так, пришли мне всякие каталоги, тут много-много. Пришло мне вот такое зеркальце. Так, как бы показать вам его. Так, вот такое зеркальце Mary Kay. В количестве 3 штучки. Да, еще вот тут было 2 и 3. Тут различные штучки для мастер-классов, каталоги. Вот это штучки, наверное, тут палитры, наверное, тени смешивать, может, или пробовать, или помады, еще почитаю, точно даже не знаю. Вот такая сумочка была, пакетик, в ней лежали кремики различные, вот эти для рук, уход для рук, который стоит 1650 по каталогу, то есть мне пришел он в подарок. Вот такая сумочка Mary Kay пришла мне, тоже достаточно интересно. Ой, темно, не видать ничего. Потом покажу, может, в Инстаграм сфоткаю. Ну, такая прикольная сумочка, мне понравилась, то есть будем в ней носить продукцию, возможно, даже свои вещи. Вот, все, наверное. А, еще вот один карандашик пришел, один-то я заказала, один пришел в подарок. А, еще очищающее средство, вот такое вот его надо, так поняла, взбулькивать. Очищающее средство для снятия макияжа с глаз. Вот, наверное, все, что мне пришло. Ну, я считаю, это достаточно много из того, что я купила. Вот совсем немного средств, а пришло куча-куча-куча подарочков. Всему я несказанно рада. Все буду тестить, пробовать. Скажите, что пробовали вы, что вам интересно, что доставило вам наивысший восторг, что вам совсем не понравилось. Интересно, что мне заказать в следующий раз. И, пожалуйста, оставляйте свои впечатления. Ставьте пальчики вверх. Кстати, у меня новый шеллак прям под цвет Белары. Синенький сегодня. Вот. И пишите ваши комментарии. Пока-пока.